Так тоже нельзя? Ты либо соглашаешься, либо... Что? Я ухожу. Мы здесь ради счастья семьи. И ты не даешь мне об этом забыть. Тогда иди на свою сторону. Но мне хорошо здесь. Мурат, отпусти меня! Так ты упадешь. Мурат, прошу тебя! Хорошо. Кажется, с этой линии ничего не получается. И здесь удобно. Сладких снов. Хорошо. Тогда я иду туда. Мое место у жены. Вот так. Отстань от меня! У тебя есть целая кровать! Спи там! Хаят, можно я кое-что скажу? Забудь об этой линии. И спроси у мужа, как прошел его день. С чего это? Ты снова солжешь и скажешь, что все хорошо. Когда я лгал? Сегодня в компании было все хорошо, Мурат? Да. Но Эмре так не считает. Я знаю, что произошло. Ты говорила с Эмре? Да. Идиот. Всюду сует свой нос. Тогда говори правду. Будь это важно, я бы сказал. Зачем беспокоить тебя? Это мелкая неурядица. С ней я справлюсь. Но как мне решить твою проблему? Знаешь, чем заняты мой разум и сердце? Мной? Да, дорогая. Верно. Поэтому я так сильно злюсь. Мурат! Мама, что случилось? Сынок, ты меня слышишь? Уже иду, мама. Иду. Что-то случилось? Случилось, сынок. Ты не зашел ко мне увидеться. С компанией все хорошо? Да, не беспокойся. Сынок, я хотела тебе рассказать кое-что. Сегодня Азима Ханым и Дирия Ханым поссорились. Почему? Я попросила то старое кольцо Дирии Ханым. Его всегда давали невестам. Вот я и попросила его для Хаят. Я понял. Завтра разберусь. Но послушай, я не хочу, чтобы в этом доме кто-то ссорился. Сынок, я хотела как лучше. Наверное, меня не поняли. Хорошо, я поговорю с ними. А сейчас я хочу спать. Очень устал. Спокойной ночи, сынок. И тебе. Притворяйся, что спишь. Не бойся, линию я не нарушу. Спокойной ночи. Ты тоже уезжаешь? Да, хочу уехать, пока мать не увидела. Молодец. Не хочешь? Давай. Спасибо. Знаешь, кто мне снился? Кто? Знаешь... Доброе утро, Хашмет Бей. Доброе утро, Азиме. Пусть день пройдет отлично. Спасибо, Хашмет Бей. Азиме.
Думаю, мы можем сходить в суд, а потом вместе насладиться завтраком в кафе. В суд? Зачем нам туда? Назначить дату свадьбы. Хашмет Бей, а мы не спешим? Спешим? Азиме, 50 лет прошло. Подумай о своем здоровье. Мы ведь не вечные. Да, это мое здоровье. Думаю, ждать нам больше нечего. Давай тогда сначала детям скажем. Устроим сегодня ужин, и тогда сообщим. Только не сегодня. Я скажу, когда. Хорошо, как пожелаешь, дорогая Азиме. Всего доброго. И тебе. Зайка моя, твои линии тут никак не помогут. Ты огонь, а он порох. Но все хотят, чтобы вы помирились. Даже Азиме Ханым заперла вас в комнате. В этом и проблема. Все думают, что у нас все хорошо. А ты не можешь сказать «нет». Если не хочешь, я могу поговорить с Хашмет Беем. Звоню. Приветик, Хаши. Она не хочет мириться. Как тебе такое? Мне разобраться? Тувал, нет. Если не хочешь, тогда не делай. Я не могу. Да, ты думаешь о том, что тебе сказал Мурат. Хочешь, чтобы он страдал. Тогда скоро страдания Мурата 2 во всех кинотеатрах. Этого я тоже не хочу. С ума сойти. Того не хочу, этого не хочу. Чего ты хочешь? Хочу быть счастливой. Это легко устроить. Хочешь узнать формулу счастья? Конечно. Правда хочешь? Сэр Силмас младший. Занимайтесь любовью, а не войной, понимаешь? Love's an unlamar.